Фокус на импортозамещение. В декабре минувшего года делегация от Ульяновской области посетила республику Мариэл. Результатом встречи стало сразу несколько новых соглашений. Соседи по округу вместе будут развивать культуру, IT-сферу, расширять торгово-экономические связи. Также намечен план работы с ульяновскими автотранспортными предприятиями. Чтобы лучше изучить их потенциал, глава республики Юрий Зайцев нанес ответный визит. Время санкций, которые действуют в отношении нашей страны, необходима кооперация именно внутри страны и развивать нашу экономику совместно. В составе бизнес-делегации десятки представителей промышленных предприятий. Кабинет министров республики почти в полном составе. Коллеги воочию увидели, где собирают дорожную мебель. КТЦ «Металлоконструкция» выпускает пешеходные ограждения, шумозащитные экраны, опоры освещения. Между производствами делегация передвигалась на автобусе марки «Симаз». Одноименный завод в 2024 году планирует запуск производства полунизкопольного городского автобуса среднего класса с задним расположением двигателя. Экскурсия по флагманам областной столицы дала импульс к заключению новых соглашений. Но сегодня у нас подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом сотрудничестве. Мы в рамках этого соглашения начнем работать. Сейчас многие компании, которые приехали с Юрием Викторовичем, они находятся на наших промышленных предприятиях, изучают технологии, изучают тот потенциал, который имеется в нашем регионе. Намечены совместные планы и в туристической сфере, а именно в развитии маршрута «Великий Волжский путь». Кроме того, обозначены точки соприкосновения в развитии образования. Акцент сделан на увеличении кадрового состава и его уровня компетенции. Александра Никитина и Александр Кудряшов. Управда ТВ.